Человек с фронта. Привет, дорогой. Я думаю, Денис Владимирович, ты хорошо знаешь уже Беларусь относительно, поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси, но в то же время я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно, на фронте, как у нас там дела, потому что центральный, так называемый, участок, он у вас там самый сложный. Идут интенсивные бои и севернее, и южнее, да, и направление Донецка, обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка? Чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться. Надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать.